Преображение двора на улице Воеводина жители ждали полвека. За десятки лет здесь ни разу не было ремонта. Теперь новый асфальт, бордюры, дополнительные парковочные места общей площадью 1300 квадратных метров. Идешь как в городе, не как раньше, как в деревне жили. В сапогах резиновых, сейчас можно в туфельках пройти. Все. Мы довольны, спасибо. Уже взяты пробы керна, асфальтового покрытия. По качеству замещения нет, соответственно, по бортовому камню тоже. Остались пожелания жителей, соответственно, вот корчевку пней, которую проводили, мы вывезем за счет средств района, проведем обрезку поросли дополнительно, то, что здесь осталось у нас. В следующем году мы, наверное, этот двор будем уже планировать по схеме комплексного благоустройства, по установке дополнительного детского оборудования, установке газонных ограждений. Двор в Кировском районе привели в порядок за полтора месяца. На это потратили 7,5 миллионов рублей. Гарантия на ремонт 5 лет. В этот период все дефекты подрядчик будет устранять за свой счет. За качеством ремонта следили сами жители. С ними предварительно согласовали план работ. Схема ремонта двора была разработана самими жителями с нашей помощью. Мы оказывали им чисто профессиональную помощь в проектировании разработки данной схемы. Передав ее заказчику, она была в этом году реализована. Благоустройство Кировского района проходит комплексно. В этом году планируют отремонтировать 20 улиц, полтора десятка внутриквартальных дорог. Также приведут в порядок 15 дворов. На это из бюджета района потратят 30 миллионов рублей. Завершить работы планируют до 30 октября. Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События.